отпрыгавшая первый. Осадник повала, отпрыгавшая первый гид, американка, тоже Лаура Хьюг. 11-летняя дочь Орландо, шведская Ой-ля-ля, кличка ее лошади. Семь галопов, сбрусив на двойную систему, из света в тень резко. И тут вот эту дугу надо очень точно проходить. Тут ошибка буквально в одном метре, в одном темпе, и уже сразу все расстояние собьется. Будет не так комфортно, как должно бы быть при подходе к таким большим препятствиям. И финальная связка, параллельные брусья. И 23.50 вот отсюда. Да, к себе делают, да, здесь. Или очень от себя на 5, или очень к себе на 6. Вот большинство делает 6 темпов на сокращение. Лаура Хьюг так и осталась по дуге. Там 4 штрафных очка. И осталось 12 участников, которые первый гид отпрыгали без штрафных очков. Это потенциальные участники перепрыжки. Для этого